Попробовал сегодня аппарат антиспазм, отечественное производство, так и называется, антиспазм. Эффект, конечно, такой немножко шокирующий, потому что тебя всего конкретно проворачивает и выворачивает. Тут магнитный какой-то резонанс, магнитный, да? Вот, и эффект после того, как я с него слез, да, эффект был как вот 6 грамм мухомора. То есть меня вот так вот крутило, так это... Даже не 6, может быть, чуть-чуть побольше такой, недотрип. Вот, то есть такое не полупьяное, а такое вот немножко в прострации. Тебя потом такой раз отпускает, но тебя прожимает все твои эти мышцы и все остальное очень мощно. Так что... Рекомендуешь? Да, рекомендую, но эффект я, конечно, тяжело как бы сравнить с чем-то, да, потому что никогда я этого не пробовал. Вот, потому что меня как будто плитой 100-килограммовую придавило. А это всего лишь магнитный резонанс. Я не знаю, с чем его сравнить. Только вот немножко вот с мухомором, вот это ощущение после. А так вот я не знаю, с чем. Просто тебя придавило, и я чувствую, что там идет какая-то работа мощная. А какая? Говорят, лечит. Наверное. Так, не знаю. Наверное, помогает. Я думаю, помогает. Помогает же? Конечно. Очень помогает, говорят. Техандроид, крыша, протрузия, сигнал. Да. Так что вот. Магнитная, резонансная терапия. Такая. Друзья, все, кто перейдет внизу видео и скажет, что от меня, получит бесплатный первый сеанс на этой кровати, чудо-кровати, да, и последующая скидка. Поэтому переходите, пользуйтесь. Я попробовал, штука интересная, и попробовал уже через сутки эффект, что оно реально работает. Вот это вот магнитно-резонансная кровать, можно сказать. Она находится в городе Челябинске, на улице Молодогвардейцев. Поэтому все, кто рядом, как говорится, находится, вперед, пробуйте. Первый сеанс бесплатный. А потом скидка. Говорите, что от меня, и все.